Бетти, где ты сейчас? Правильно. Сейчас начнется представление. Раз, два, три. И подушечками соприкасайте ваши пальцы. Итак, 100 тысяч вольт, смелее. Есть. Руки можно отпустить, понюхайте ваши пальцы. Это вам на память о музее. Тася, вы с девочкой коснитесь руками друг друга. Коснитесь с девочкой. Ну, как вот, как показывали. Ну, с мальчиком тогда, иди. Ну да, запасной нет. Ты не хочешь? Нет. У нас то, что там. Управляешь? Ну давайте, взрослые, чего боитесь? Давай. Нет, я боюсь. Вы уже пожили, что вы это самое? Итак, еще два трансформатора Теслы. Это музыкальные трансформаторы, такие же, как стоят у нас на полигоне. Единственное, что на полигоне напряжение повыше. Там будет, напомню, 1,5–2 миллиона вольт. Здесь сейчас напряжение будет 500 тысяч вольт. Мы специально собрали эти два трансформатора для того, чтобы подготовить вас и в первую очередь ваших детей к тому, что во время Tesla Show будет реально громко. Дело в том, что звук во время шоу идет не из колонок. Звук воспроизводят непосредственно сами разряды молний. Поэтому сделать звук во время шоу тише можно одним единственным способом. Это уменьшить длину молний. В этом случае Tesla Show могло бы выглядеть вот так. Серьезный формат, вы же пришли посмотреть на 5-метровые молнии, это значительно громче. Еще громче. Умеет кто-нибудь играть на пианино? Собачий вальс, чижик-пыжик, в лесу родилась елочка. Вы, да? О, отлично. Да, конечно, ты умеешь. Аплодисменты. Спасибо. По пять, по шесть раз в день слушаю или слушаю собачий вальс. Каждый раз в новой аранжировке. К своему удивлению узнал, что оказывается собачий вальс не только в России популярная мелодия, но оказывается и во всем мире. В каждой стране собачий вальс называется по-своему. Меня больше всего поразило название собачьего вальса в Финляндии. Внимание, собачий вальс в Финляндии называется так. Фрикадельки, убегающие через забор. В общем, будьте в Финляндии поаккуратнее там с фрикадельками. Электрический музей Николы Тесла и творческая группа Tesla FX представляют вам шоу музыкальных катушек Тесла. То, что вы сейчас увидите, это настоящая электронная музыка, которую создают сами электроны при напряжении в несколько миллионов вольт. Молнии настоящие и невероятно опасные. Говорят, когда 100 лет назад в Америке сам Тесла запускал свои гигантские катушки, себе и упал тонн узкий метеорит. Что будет во время нашего выступления, мы не знаем. Если станет слишком громко, прикрывайте уши. И мы начинаем.
Мне нужен один доброволец, старше 18 лет, лишенный... Вы девушка, да?